Многие хозяйки уже с утра думают, что приготовить на ужин. Хочется побаловать семью чем-нибудь вкусным и при этом затратить на приготовление минимум времени, которого всегда не хватает. Попробуйте сегодня подать на ужин горячую сковородку с овощами и куриным филе. Уже одно название вызывает аппетит. А помогут вам освоить новый рецепт шеф-повар кафе-бара «Бирубир» Никита Киселев и Илона Заидзе. Для этого нам понадобится куриное филе и овощи, болгарский перец, морковь, грибы, шампиньоны, чеснок и картофель. Берем сковородку, которую необходимо хорошо разогреть. Для начала нарезаем овощи крупными кусочками. Вливаем масло в сковородку и закидываем овощи. Наше блюдо получается ярким, потому что в нем такие сочные цвета. Когда овощи немного обжарили, добавляем куриное филе. Мясо курицы богато белками, линолевой кислотой, которая очень стимулирует иммунную систему, а также витаминами А, В1 и В2. Филе курицы – идеальный вариант для семейного ужина. Куриное мясо питательное и при этом легко усваивается. Выбирайте для приготовления продукты торговой марки «Троекурово» от птицефабрики «Пермская», которые отличаются высоким качеством и отменным вкусом. Добавляем грибы-шампиньоны. В нашем случае мы используем грибы-шампиньоны, а вы можете использовать любые другие грибы. После мы добавляем картофель и чеснок. Чеснок добавит пикантности нашему блюду. Блюдо наше жарим до полной готовности, чтобы был золотистый цвет овощей. Добавляем соль и перец. А также необходимо добавить нам острый соус и томатный соус. Подача блюда производится в горячей накаленной сковородке заранее. Это аппетитное блюдо со стринкой – прекрасное угощение для вашего любимого мужчины. Приглашаем вас на вкусный ужин в наше душевное кафе. Приятного аппетита! Благодарим за сотрудничество птицефабрику «Пермская» и кафе-бар «Бирубир».